Вот такие классные и нужные гаджеты для ПК и ноутбуков я покажу вам в этом видео. И по традиции в конце будет что-то интересненькое. Приятного просмотра! Всем привет! Самая большая распродажа года, 11.11, уже очень скоро, и можно будет закупиться нужными и полезными товарами по хорошим ценам. И специально для вас я подготовил очень интересную и полезную подборку различных гаджетов для ПК, ноутбука и не только. Сразу после видео переходите по ссылкам в описании на AliExpress и получайте уже сегодня купоны, которые вы можете потратить на распродажи и сэкономить. А также ложите товар себе в корзину, который вам понравился, и приобретайте его в день распродажи по сниженной цене. Очень удобно и дешево. А для всех, кто посмотрит это видео до конца, будет конкурс. Приятного просмотра! Начинаем сегодня с универсальной флешки. Все большее распространение получают мобильные устройства, смартфоны и планшеты. Иногда информацию нужно передать без участия ПК. Для таких случаев будет незаменимой двухсторонняя флешка с разъемом microUSB, в котором присутствует технология OTG. Флешка с microUSB имеет объем памяти от 8 до 64 ГБ, которого хватит даже весьма активному пользователю. С одной стороны microUSB флешка оснащена штекером USB, а с другой microUSB, ну или Type-C для планшетов либо смартфонов. С обеих сторон от загрязнения или повреждения разъемы накопителя защищены прочными пластиковыми крышечками. Такая флешка — это незаменимое устройство для каждого пользователя, у кого есть тандем ноутбук плюс смартфон. Мини-камера, которую можно подключить как вебку или в доме для наблюдения. Довольно интересная задумка. Камера размером не больше 2-сантиметрового кубика позволяет вести почти двухчасовую съемку при Full HD разрешении. При помощи спецкрепления ее можно установить где-нибудь в малозаметной части квартиры и понаблюдать, что происходит в ваше отсутствие. Эту модель уже можно использовать даже как видеорегистратор в автомобиле за счет широкого угла обзора в целых 140 градусов, невероятно высокого качества видео и функции циклической записи. Разрешение видео 1280 на 960, есть датчик движения и режим автоматической записи видео при обнаружении движения, ночное видение за счет 6 инфракрасных светодиодов, чувствительный микрофон, автономная работа в 100 минут. Круглосуточная запись во время зарядки или подключения к зарядному устройству 220 вольт, автомобильному зарядному от прикуривателя или от пауэрбанка. В общем, камера зачет. Кладите в корзину и покупайте 11 октября со скидкой. Бюджетные и очень популярные наушники, которые дадут возможность спокойно и с комфортом слушать любимых исполнителей дома или в удобном офисе. И более того, это наиболее удобный способ облегчить занятия спортом или танцами, так как благодаря форме вкладыша он плотно прилегает к уху. Вакуумные наушники не вытрясет при беге и даже активных прыжках. Корпус наушников цельнометаллический, в комплекте идет несколько пар сменных амбушюр. Наушники удобно сидят в ушной раковине и не вызывают никакого дискомфорта даже при длительном ношении. Несмотря на их дешевизну, звук в наушниках достаточно хороший и чистый. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 000 Гц. Кабель наушников изготовлен из термопластического эластомера, а сверху покрыт нейлоновой тканью. Для повседневного ношения самое то. Wi-Fi репитер. В настоящее время огромное количество людей хотят увеличить скорость интернета. На помощь им приходит вот такой вот Wi-Fi ретранслятор. Он увеличивает диапазон сигнала. Этот товар пользуется большим спросом у потребителей. Ретранслятор увеличивает зону покрытия беспроводной сети. Наличие двух антенн и мощных передатчиков позволяет ему охватывать большие дома, квартиры и офисы, не допуская появления мертвых зон. Если простым языком, то с таким репитером у вас будет хороший интернет по всему дому в любом уголке. Устройство создано с применением двухдиапазонной компоновки. Оно поддерживает пропускную способность до 300 Мбит в секунду, достаточную для просмотра видео, онлайн-игр, работы с облачными хранилищами и выполнения других нужных задач. Функция точки доступа позволяет изрядно расширить возможности существующей сети благодаря подсоединению к ней множества беспроводных девайсов. USB разветвитель для ПК или ноутбука. Весьма полезная вещица. С его помощью вы можете подключить множество USB устройств, таких как внешние жесткие диски, флеш-накопители, видео и фотокамеры и тому подобное, к своему компьютеру или ноутбуку, без необходимости искать свободный порт где-то под столом.
Гаджет весьма полезный, учитывая, что на ноутбуках USB-портов часто не хватает, а на ПК они всегда есть на передней панельке и приходится корячиться и лезть к задней стенке системного блока. Я уже несколько месяцев пользуюсь подобным разветвителем и не представляю, как можно обходиться без него на ПК. Скорость работы портов не отличается от портов ПК, а скорость взаимодействия с флешками намного быстрее и, что самое главное, удобнее. Штука очень полезная, рекомендую. Беспроводной джойстик. Этот девайс незаменим для всех любителей игр, особенно динамичных. Все подключение и настройки этого джойстика сводится к вставке небольшого адаптера к USB-порту, аналогичного беспроводной мышке. Контроллер оснащен двумя аналоговыми джойстиками, 8-позиционной крестовиной, 12 кнопками и USB, и работает на расстоянии 8 метров от ПК либо от другого игрового устройства. Это обеспечивает потрясающую свободу передвижения и позволяет игроку находиться на комфортном расстоянии от экрана, делая игровой процесс еще более приятным. Вибрационные двигатели производят дополнительные эффекты, генерируемые игрой. Батарейки используются стандартные класса 3А. Для игры на телефоне есть спецстойка. Ну прям все для игроков. Рюкзак-органайзер для ноутбука. Один из наиболее популярных среди молодежи. Он в себе сочетает качество материалов, вместительность и доступную цену. Материал рюкзака сверхпрочный деним, который крепче привычного нейлона в 4 раза. Он стойкий к порезам, разрывам, промоканию и выгоранию на солнце. Рюкзак состоит из нескольких отделений. Основного отделения с функциональными карманами, отделения для ноутбука, двух передних карманов на молнии, двух боковых карманов на молнии и потайного кармана на спинке. Отдельное отделение для ноутбука диагональю 14,3 дюйма выполнено из специального противоударного материала. Контроллер скорости вентилятора для ПК. Управление оборотами вентиляторов, а также наблюдение за скоростью их вращения, температурой, напряжением, питанием системы и другими параметрами ведется с большого цветного жидкокристаллического экрана. Дисплей занимает практически всю фронтальную панель гаджета. Этот реобаз поддерживает широкоимпульсный метод контроля за оборотами и наделен 4 каналами управления вентиляторами, питается от одного разъема и рассчитан на подключение 5 вентиляторов суммарной мощностью до 10 Вт, предназначен для установки в 5-дюймовый отсек. Органайзер для проводов. Это несколько десятков полосок и куча сохраненных нервов. С этой штукой вы вряд ли что-то потеряете или забудете. Так считают те, кто уже пользовался органайзером. В век цифровых устройств и технического прогресса удобный стильный органайзер для гаджетов станет очень нужной вещью в доме, да и не только. Ведь при поездке за город или путешествии всегда хочется запечатлеть красивые места или связаться с родными. Теперь ваши телефоны, наушники, фотоаппараты, зарядки, инструменты и другие принадлежности не будут царапаться или путаться. Они будут надежно защищены от повреждений и не займут много места. Внешний карман является док-станцией для 4 жестких дисков, совместимой с 2,5 и 3,5 дисками объемом до 6 ТБ. За счет интерфейса 3.0 скорость передачи данных составляет до 5 гигабит в секунду. Для установки не требуется никаких дополнительных инструментов или программ. Корпус док-станции выполнен из высококачественного ABS-пластика, имеет LED-индикатор состояния питания и независимый выключатель. Док-станция позволяет расположить диск на рабочем столе вертикально. Устройство поставляется в комплекте с адаптером питания на 12 Вт и 6,5 Ампера. Очень полезная штука, если вам нужно обрабатывать очень много информации. Держатель для провода мыши. Прочные основания держателя с утяжеленным центром и нескользящими ножками позволяют меньше беспокоиться о цепляющемся проводе и максимально сосредоточиться на работе или игре. Стильный дизайн делает прекрасным дополнением на ограниченном пространстве рабочего стола и поможет уменьшить беспорядок. Удерживайте провод мыши на весу с помощью пружинной стрелы. Утяжеленные основания и нескользящие ножки обеспечивают стабильную устойчивость пружинной конструкции. Зарядная док-станция. Это устройство является одновременно подставкой под ваш смартфон и разъемом microUSB, и в то же время зарядкой, что очень удобно, стильно, и телефон будет занимать меньше места на столе. За счет длинной контактной площадки смартфон держится прочно и нелегко извлекается из станции. Также в док-станции присутствует кабель длиной в 1 метр для подключения в сеть USB. Отличная и полезная вещь, которая, возможно, вам пригодится. Есть разные цветовые варианты. Сделана станция из пластика и резины, выполнено все довольно качественно.
Заменив свой обычный жесткий диск HDD на SSD-диск, вы намного ускорите производительность вашей системы в целом. SSD – это твердотелый накопитель данных, известный более как флеш-накопитель, в котором нет движущихся элементов, таких как в обычном жестком диске, и все чтение и запись производится очень быстро. Основные преимущества SSD-накопителей – это скорость работы, устойчивость к механическим повреждениям и малое энергопотребление. Также SSD-диски почти не нагреваются, что благоприятно отображается на системе целиком. Если вы давно не пользуетесь DVD-приводом, как и я, то можете использовать это место, заменив DVD-привод на жесткий диск с помощью OptiBay. Это недорогое устройство, с помощью которого можно установить второй HDD или SSD-диск. Вы получите два диска в ноутбуке. Для этого не требуются никакие драйверы. В свою очередь, привод можно установить в USB-корпус и пользоваться им как внешним. Внешнее устройство для пользователя будет незаметно и устанавливается вместе DVD или SD-привода. А уже в сам OptiBay можно красиво и надежно установить дополнительный жесткий диск. Защитное стекло для смартфона. Используется для укрепления дисплея вашего смартфона, защищая его от любых механических повреждений, будь то обычные потертости при использовании или же падение с небольшой высоты. Изделие достаточно тонкое, равняется толщиной 0,3 мм. Крепится защитное стекло благодаря специальной клейкой основе, которая быстро взаимодействует с экраном смартфона, не оставляя на нем разводов, вздутий или бликов при дальнейшем использовании. Такое защитное стекло подходит для всех смартфонов с диагональю от 4,5 до 5,5 дюймов. При заказе нужно просто отметить, какие у вас параметры экрана, или заказать оригинальное стекло именно под свой смартфон, забив модель своего телефона в поисковике. Игровой коврик с RGB подсветкой сочетает в себе множество преимуществ, столь желанных современными геймерами. В первую очередь речь идет о существенном улучшении трекинга мыши и точности управления манипулятором, а также об ультрасовременной системе RGB подсветки, которая обеспечит вам красивое свечение в темной комнате, и это будет классно смотреться. К тому же обширная площадь поверхности коврика со специальным текстурным покрытием практически не создает трения при перемещении девайса и позволяет сенсору филигранно отслеживать каждое движение вне зависимости от вашего стиля управления. Самый маленький мобильный телефон-кредитка. Он будет незаметен даже в кармане рубашки. Его вес не достигает и 40 грамм. Даже в таком миниатюрном телефоне вместился динамик приличной мощности, что позволяет проигрывать вашу любимую музыку, а его низкий уровень вредных излучений не повлияет на здоровье. Поддерживает все функции мобильного телефона и может быть использован там, где мобильным пользоваться нельзя. Этот мини-телефон имеет полную русификацию, поддерживает звонки, SMS, будильник и даже карту памяти до 4 гигабайт. Будет очень кстати для детей и для людей, кто по роду деятельности не может использовать обычный телефон. Универсальный держатель для телефонов. Простое и удобное решение для зарядки вашего телефона от розетки, рядом с которой нет возможности безопасно положить устройство. Класть телефон на пол опасно, на него могут наступить случайно или что-то уронить. Класть его далеко от розетки – это значит оставлять длинный провод, который тоже могут задеть. Простой пластиковый держатель решит эту проблему. Подходит практически для всех покрытий стен. Внутри имеются мягкие подушки для того, чтобы телефон не поцарапался. Удобная вещь при заряжании телефона. Внешний корпус для жесткого диска с поддержкой USB 3.0, представленный в черном цвете, будет бережно хранить информацию, содержащуюся на жестком диске. Данное устройство поддерживает операционные системы Windows и Mac, без необходимости установки специальных драйверов. Внешний бокс изготовлен из стали и безопасного пластика, которые гарантируют его долговечность и защищают устройство от быстрого перегрева. Корпус способен поддерживать внешние носители формата 2.5, SATA, HDD и SSD, толщина которых может достигать 9,5 мм. Устройство оснащено высокоскоростным интерфейсом USB 3.0, также обладает возможностью быстрой замены жестких дисков. Крутая игровая мышка. Как только вы возьмете ее в руки, то вы почувствуете, какая она приятная на ощупь. В мыши используется апробированный датчик AVAGA 5050, обеспечивающий исключительную точность. В мыши также используются 4 преднастройки DPI для самых разных игровых стилей, а эргономичная конструкция обеспечивает комфортный гейминг в течение длительного времени. Переключатели и две долговечные сверхчувствительные кнопки обеспечат четкий тактильный отклик. Кабель с оплеткой и круглые наклейки обеспечивают плавность и непрерывность движения, а также стильный дизайн.
А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона либо на WebMoney. Условия очень простые. Для участия нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, что вы хотите купить на распродаже 11.11 и что положите себе в корзину. Также обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления про стрим, где я буду разыгрывать подарки в прямом эфире. Каждый может выиграть что-то интересное и полезное. Был рад сегодня для вас стараться. Хорошего вам вечера и пока-пока!